Приветствую, друзья, с вами Артур. Сегодня хочу вам показать такой Watchfinder на две пары часиков. Вот так вот вставляются одни часики, вторые часики. Здесь у нас контакты магнитные. Когда закрываем, здесь у нас светодиодная подсветочка. Вот так вот это у нас выглядит. Сзади только вкл-выкл. И разъем питания. Видно, что есть какие-то модельки с ротациями разными, здесь заклеено. Видно, какая-то еще кнопка должна была быть. Ну, аппарат новый, привезли из Германии. Блок питания в комплекте и коробка. Берлин, Deutschland. Ну, здесь модельки нету, моделька у нас здесь. Кларстейн, так, итем номер 100, 111, 25, и номер в Германии DE 46, 90, 68, 33, Берлин, Германия. В общем, друзья, кто не знает, для чего это нужно, это, во-первых, красиво, когда у вас часики дома дорогие, вот в такой штуке хранятся, здесь подсветочка, но основная функция — это механические часы с автоподзаводом. Ставите сюда, они вращаются, и тем самым постоянно накрученный механизм. Давайте включать. Вот так вот вращаются. Ну, можно их выставить, чтобы они ровно стояли, хотя мне кажется, скорости, наверное, разные, для того, чтобы красивее было. И если закрываем, мы видим здесь подсветочку. То есть, я сейчас довольно много освещения здесь включен. Ну, в общем, вот так вот. То есть, особо не работает это как ночник, но светит довольно неплохо. Вот такая вот, друзья, вещь. Вещь реально классная. Вот так вот это все крутится. В общем, работоспособность показал, назначение рассказал. Лайк с вас за видосик. Всего наилучшего, кому интересно. Если они еще не проданы, покупаем. Пока.